Co coś o, my tu mieszkamy. O, ja wam zaraz telefony pozabieram. Так меня Бельск под Ляски отпускает. Грозой прямо. Сильной. О! Молнии как бьют. Все, осталось, короче, до выезда у меня около 6 часов. Надо идти ложиться спать. В 6 утра, друзья. Всем здравствуйте. Все, собрал вот вещи, все вложил в один чемодан и рюкзак. Но на самом деле очень многое не поместилось. Пришлось оставить там типа стиральные порошки. Такие вот всякие мелочевки, там с собой колбасу, короче, даже не смог засунуть. Буду так сегодня в дороге искать, где чем поживиться. Ну все, жду автобус. Tu macie wszyscy miejsca, tak? I wszyscy, cała drużyna siedzi, tak? No i spokojnie. Już? Już? Zabierać telefony? Tak, nie zdążyliśmy wyjechać z bar. A za mnie dopowiem. Już pierwszy przystanek? Minek, tu będziesz miał słońce. Co jest? Co tam najlepsze miejsce? O, my tu mieszkamy. O, ja wam zaraz telefony pozabieram. Такой шум и гам. Детей полного гон зашло. Приехал в Вроцлав. Это вот у них такой вокзал. Я немного, конечно, заблудился в нем. Людей много. Движение оживленное достаточно. В кафешке девушки сидят. Очень круто. Пёсики гуляют с хозяевами, выгуливают хозяев. Дерево классно, смотрите, корни как растут. Вот там здание идет, видите, с такими этими красивыми штуками сверху. Обалденно смотрятся они. Дорогу сильно не снимал, потому что все настолько похоже. Самое главное отличие, которое я увидел, это чем южнее я ехал, тем больше видел домов с черепицей керамической. А так, ну еще и бассейнов больше во дворах. А так, по сути, практически ничем не отличается так. Именно сама вот природа из окна поезда. Реально у меня времени совсем немного. Я могу еще погулять где-то минут 30-40. Что за это время успею снять, то успею снять, наверное. Плитка такая разваливается. А, кстати, еще заметил такой момент, что не сильно реставрируют дома снаружи.
очень много, знаете, с отколотой там штукатуркой и тому подобное. Я вот иду, и очень часто мимо меня проходят люди, которые говорят на русском языке. Так, сейчас где-нибудь поднимусь повыше, посмотрим, что там. Еще попробую добраться там до одного дворца, посмотрел я. Ну, здание, конечно, да, тут просто обалденно выглядят они. Обязательно надо будет вернуться и еще раз заснять все. Вот просто заходишь во дворы, и тут такие вот интересные моменты. Трамваи такие древние тоже. О, автобус, смотрите, какой вообще капец. 820 маршрут, так прикольно выглядит. Очень интересно то, что, смотрите, с одной стороны здание такое очень современное, да, а с другой стороны такие здания уже старые-старые. Магазинчики на каждом углу. Вот такие вот. Или забегаловки какие-нибудь там, пабы там и тому подобное. Главное на поезд не опоздать. А еще в каком углу вокзала там я оставил свои чемоданы, я вообще вспомнить было бы неплохо. Ну вот уже трамваи такие более современные. Конечно, да, по поводу пешеходной дорожки. Очень узкая такая улочка. У меня знакомый говорил, что в этом, в Лас-Вегасе как-то похоже. То есть узкие вот эти вот дорожки, широкие сами дороги, там, где машины ездят. Достаточно очень необычно, как бы, для меня. Но мне нравится. Главное, уютно. Все бегом, все бегом. Ой, какая впереди красота тоже, я смотрю. 100% даже половины того, что хотелось бы вам показать, не покажу. Думал, за минут 30-40 все успею, то, что насмотрел на Google картах, оббегать. Но нет. Но нет. Поэтому все бегло, бегло, бегло. Бегу везде.
Тоже замочки вешают, но не так много. Круто же здесь, да? Старый реально город. Ой, к сожалению, все, пора возвращаться. Уже не успеваю все остальное показать вам. Только дошел до самого интересного, и вот время поджимает совсем сильно. С такого еще ракурса немножко покажу вам. Ну, по поводу маленького количества замочков, видимо, я ошибался. Уже даже начинает немного моросить. Дождик. Ветер поднялся. Да, вы сами все видите прекрасно. Пасмурная немного такая погода. Но мне надо торопиться. Реально надо очень торопиться. Везде где-то из-за зданий выглядывают такие башенки разные замкового типа. Там костелы возвышаются. И тому подобное. Ну, короче, достаточно интересный город. Обязательно вернусь, еще раз повторю. Уже начинаю опаздывать на поезд, блин. Спешу вообще. До поезда осталось 15 минут, а вокзал вон там впереди. А вот, кстати, дом, видите, тут балкон в балконе. Очень интересно. Я такого раньше не видел нигде. Так, сейчас проблема найти камеру хранения. Пойду искать, блин. А еще и платформу, с которой отправляется мой поезд. На все про все у меня 10 минут. Моя камера хранения. Вон стоят смусмубрики мои. Наверху я вижу. Одеты во все такое красочное. Там что-то. Один в розовом, второй в оранжевом. Уже обсуждают, что я не могу это. Вот иду, снимаю. Все, здорово. Вот сейчас включено. Если время пошло, значит включено.
Ну, короче, есть замечательная история, как мы пойдем. Люди под автобус не попали. Блогер, пошли. Пойдем. Леня нашел себя. Иду, короче, друзья, с чемоданами, с рюкзаками, тащу вещи. А пацаны ничего не тащат. Пацаны свое оттащили. Оттащили. Весь мир. Все, короче, приехал, бросил чемоданы, сижу одетый, даже лень переодеваться. Леник вообще, он разлегся. Вот Славик, меня на второй ярус баланду скоро будем хавать. Баланду в холодильнике. Ну, вроде бы хорошо здесь, нормально. Жаловаться пока не на что. Себе перекусить. Темные установки в темные помещения. Вот это вот столовая кухня. Она так выглядит. Короче, осваиваемся. Приятного аппетита мне. И Лене. Парни ушли. Я здесь остался. Один. Созвонились со мной, сказали, чтобы я ожидал, пока меня внесут в базу. Слава приступил к работе уже через, получается, 3 дня. Леня приступил к работе через 5 дней. Такой вид из окна. Там какой-то праздник идет. Надо будет сходить потом посмотреть.